Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даридим, мы играем с вами в игрушку «Тачки, баксы и стволы». Так, есть супероружие, акция 50%, купить за один голос. Нам предлагают, давайте купим. Суперпушка или суперракетница. А давайте посмотрим пока что так, поиграем. Есть акции тут всякие, голоса. Новая игра, другие игры, играть. Твое следующее задание. Так, значит, я... Ух ты, такая девочка на тачке сидит. Я читаю задание, читаю что-то. Ага, мне нужен... Бандиты украли какой-то бриллиант. Вот я так понимаю, мне нужно его спасти. Доступ разрешен, уровень 1. Окей, идет загрузка. Сейчас разберемся, как играть. Это пушки, купить винтовку. Акции являются лучшей формой защиты. Хорошо. Прокачай силу ракеты. Ракеты стреляют громче, чем пули. Отлично. Большое количество силы. Быстрее используйте турбоускоритель, чтобы улучшить автомобиль. Хорошо. Теперь игра. Так, значит, газ. Задний ход. Влево-вправо. Прыжок. Пробел. Escape пауза. Ну, Z. Турбо. X. X турбо, Z. Ракета. Хорошо, я думаю, разберемся. Так, специальное предложение. Мне предлагают купить. Я думаю, мы и так справимся. Турбо использовали. Хотя у меня турбо еще есть. Отлично. В принципе, я думаю, мы не будем пока что покупать никакое супероружие. Мы и так справляемся. Хотя нифига мы не справляемся. И представьте себе, почти до аптеки добрались. Магазин. А, вот акция купить супероружие. Если куплю, тогда мне не нужны будут вот эти все оружия. За один голос всего лишь. Давайте купим, пофиг. Один раз живем. Суперпушку не будем покупать. Ну вот ее оденем. Старт. Сейчас нам будет намного проще. С нашей супер тачкой. Так. Плей. Мне ракетница-то сильнее не нужна теперь. Отлично. Кстати, а если я сальто сделаю, это мне поможет? Я думал, ну, в другой игре, если делаешь сальто, то восполняется здоровье. Это какие-то бомбы или что это? Препятствия. Так, ну что же, мы сделали этот уровень. Я думаю, мы пока что пушки не будем покупать. Далее идем. Все-таки не смогли устоять и купили мы супер оружие. Окей, поехали. Разгоняемся. Отлично. С такой пушкой нам ничего не помеха. Отлично, справляемся с вами, ребят. Твою ж маму. Ракеты тоже у меня закончились. Да фиг вам, все деньги мои. Так, все мое.
все сбивает на своем пути. Замечательно. Ух ты, нифига себе, чуть не попали под замес. Прошли уровень. Так, давайте магазин посмотрим. Здоровье можно улучшить. Давайте улучшим здоровье. Получает дополнительный процент денег. Давайте прокачаем. Покраску можно сменить, но это пока ни к чему. По акции. Один голос стоит. Не, мы пока что оставим так, как есть. Давайте турбу улучшим. Так, статистика моя. Так, убить 10 врагов, это, за это мы будем тоже что-то, видимо, получать. Так, ну что ж, старт. А, вот уровни, кстати. Уровень 1 мы прошли, уровень 2 прошли, теперь доступен уровень 3. Ну что ж, продолжаем. Поехали. Турбо у меня улучшено, у меня есть 2 ракеты. Хотя не сильно они мне уж пригождаются пока что. С моей супер тачкой мы и так справимся. Так, круто. Подлетели. За 7 рублей мы купили это чудо-прибор. Ух ты, я загорелся, прикольно, у меня тратятся проценты. Турбо закончилось, правда? Ну, ничего страшного, мы победили и так. Так, посмотрим нашу статистику. Смотреть награды, достижения. Доктор Ейс какой-то. Ладно, пока что справляемся. Доступен 4 уровень. Я думаю, мы с вами легко справимся. И с 4 тоже. Тихо-тихо-тихо, давай, едь уже. Вертолет появился. Аптеку перелетел, вот я дурак. Проиграли. Давайте еще раз попробуем. Что-то я как-то неправильно поиграл. Тихо-тихо-тихо-тихо, не торопись. Где вертушка-то? Тебе лучше не спешить. Я думаю, торопиться некуда нам. Не, мы так быстро прыгаем, надо в магазин идти. Давайте здоровье, что ли, купим. Здоровье, я не знаю, что давайте. Ну вот так, давайте попробуем поиграть.
Так, тачки, баксы и стволы называется игрушка. Ну, прикольная. Нифига себе, нас сбили. Жесть, ребята, это сложно, сложный уровень. Ну тут и много аптек, кстати. Я заметил. Вашу ж мать, все. Смотри показ на YouTube. Не сумел пройти, если. Вот, ну игрушка прикольная, кстати. Вот, всем советую поиграть. Я потратил даже на нее 7 рублей. Надеюсь, вы будете смотреть это видео. Мы потом обязательно продолжим с вами. Вот, ее проходить, изучать. Мы пока что на 4 уровне застряли. Ну ничего, немножко раскачавшись, мы с вами сможем победить. А пока что, я думаю, с вами можно попрощаться. С вами был Дарит, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, и мы еще не раз увидимся. Пока что всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.